Учителя и педагоги могут использовать оборудование в рамках изучения различных учебных предметов с использованием цифровых образовательных ресурсов и сервисов. Также оборудование можно использовать во внеурочной деятельности обучающихся и дополнительного образования. Использование оборудования в различных сферах образовательной деятельности позволит обучающимся повысить уровень цифровой грамотности. В целом, обновление материально-технической базы в школах позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса и повысить качество образования.